Прибыв в новое место, я начал сразу же осмотр. В гараже было несколько инструментов, которые я закинул в прицеп, а после чего побрел в дом. Внутри меня ждала просторная кухня, в которой я нашел, чем себя накормить и напоить. На меня набросилось сразу же два ходячих. Один из них был даже весьма упитанным гражданином. После я сбросил набранные вещи в прицеп и решил на этот раз зайти уже в теплицу, где я с интересом начал собирать урожай, который там частично вырос. На участке был еще небольшой домик, в который я тоже заглянул. И по классике жанра я получил кусь, но очень неприятный в шею. Кровь полилась фонтаном, я запаниковал и ничего лучше не придумал, как порвать свои портки и сделать повязку. Мне удалось спастись и остановить кровотечение, и главное, не заразиться гадостью. После такого события я уже немного расстроился и перестал питать надежды на какое-то долгое выживание. Но я оказался неправ и смог еще учудить некоторые вещи. Я пробежался еще раз по дому и вернулся к машине, чтобы отправиться дальше в путь.